Эпизод 14. Двойная неожиданность. Я за тебя волнуюсь, Майк. Мы хотим видеть тебя целым и невредимым. Не рискуй понапрасну. Не буду, обещаю. Мне надо сообщить вам важные новости. Сегодня днем. Ты тоже знал, что Майк работает под прикрытием? Конечно. И я рада, что Гектор с Майком уладили разногласия. Ошибаются все, даже я. Майк простил меня. Джон? Джон? Хорошо, что я связался с Николасом. У нас прорыв. Новости все лучше. Дядя, так ты поговорил со своим другом-ученым об этом символе? Да, и одна загадка разъяснилась. Это Ураборос, или Круг Бесконечности. Это название? А в чем смысл символа? Да, что оно значит? Предлагаю устроиться поудобнее. Скоро мой самолет прибудет, чтобы забрать вас. Юн, когда закончится тренировка по кунг-фу, пусть Клифф переоденется в свою рабочую одежду. Твоя задача — доставить Гиббона ко мне. Когда начнется эксперимент? Сегодня Лазарус и Оливер готовы. Видишь, от Клиффа будет какая-то польза. Хорошо, мистер Гатан. Я завершу занятие и скоро доставлю Клиффа к вам. Отлично, Юн. Неплохо, Гиббон. Очень неплохо. Спасибо, напарник. Теперь ты нападаешь. На сегодня хватит, ребята. Клифф, оденься. У тебя назначена встреча. Сандра, что ты думаешь об этом круге Футурабили? Даже не знаю, Фабри. Но если он существует, он опасен. А по косвенным свидетельствам, это тайное общество до сих пор функционирует. Мы думали, у Дрейкерс один враг. Но выходит, это целая группа. Так что же нам делать? Как противостоять тайному обществу? Сандра, Джанас и Некст готовы к проверке. Спасибо. Пока загадки придется отложить. Вот-вот начнется второй этап Суперкубка Северной Америки. Есть, капитан. Жаждут шоу. Так давай им его устроим, сестренка. Крис Браун потрясающий. Ну, это как соперник. А как друг, он еще лучше. Правда ведь, Лали? Он вдохновил меня на победу в гонке. Как радостно видеть вас довольными и счастливыми. Я обещал вашему отцу заботиться о вас и ежедневно вижу, как вы растете. Не только как гонщики, но и как люди. Особенно Лали, да? Сестра? Что ты имеешь в виду, Кабир? Только попробуй рот открыть. Да ладно, признай, Лали. Крис Браво больше, чем друг. Не смеши меня. Сейчас меня интересует только следующая охота. Честно. Новых экс-карт недостаточно? Кабир, тебе бы следовало помнить, когда твоя сестра достигает одной цели, на горизонте уже другая маячит. Давай, Крис, признай! Я думаю, она милая. Милая, но характер у нее взрывной. Мы просто друзья, и все. Работай лучше. Ты сам себя обманываешь. Все, Фабри, достаточно!
Крис, так интересно, что узнал Майк. Надеюсь, мы наконец выясним, кто взломал мой X-Tab. Клифф и Юн, мои верные сторонники, как добрались? Спасибо, сэр, за ваш личный самолет. Идеально. Теперь я смогу подслушивать все их разговоры. Быть здесь — огромная честь, мистер Готан. Хотя должен признать, я немного волнуюсь, но спасибо за приглашение. Интересные дела. Я хотел побеседовать с тобой, Гиббон, о твоем будущем в мире гонок. О чем? Будущем, Клифф. Ты выбыл время, но что будешь делать дальше? Обещаю, я буду стараться, сэр. Тебе просто не повезло, Гиббон, но я в тебя верю. Спасибо, мистер Готан. Я счастлив слышать, что вы не утратили веру в меня. Я обещаю не подвести вас. Конечно, не утратил. Последняя просьба, то есть не хочешь поесть? Возможно, выпить что-нибудь, что угодно. Я бы хотел взглянуть на лабораторию. Мне интересно, как этот самый X-Core попадает в X-карты. Не думаю, что сейчас это уместно. Клифф заслужил экскурсию по комплексу. Чушь, ему интересна лаборатория. Мои коллеги проводят тебя и ответят на все твои вопросы. Хорошо, спасибо. Ух ты! Вы не слишком торопитесь? Расслабься, Юн. Клифф Гиббон ничего не вспомнит, даже свое имя. Если все пройдет хорошо, конечно. Прежде чем инсталлировать X-Core в X-Tab, необходимо пропустить его через эту машину. Как он туда попадает? Фрагмент X-Core телепортируется в лабораторию. Затем наши ученые изучают его, экспериментируют и классифицируют. Затем персонал, имеющий допуск, синтезирует фрагмент в X-карты, с которыми ты так хорошо знаком. Видишь? Просто, верно, Клифф? Да, вы правы. Извините, мне сообщили, что начинается очередная охота. Не вовремя. Полагаю, вам нужен Клифф. Долг зовет, ваше превосходительство. Что ж, хорошо. Мы будем с нетерпением ждать возвращения Клиффа. Невальда говорит, на этот раз мы обязаны найти X-Core. Наконец-то вы здесь. Мы бы ни за что не пропустили охоту. Вы вовремя. Привет, Крис. Пусть победят лучшие, а лучшие — это мы. Я завершил сканирование. Здесь нет ничего, кроме лодок. Остальные направились к реке. Посмотри. Да, это активный участок. Идем за ними. Финальный круг квалификационного заезда. Эрик Шульц из «Черного призрака» мчится к победе. Эрик Шульц выигрывает первую позицию. «Красная ярость» на втором месте. Кто-то установил жучок в X-Tab'е Браво? Да, но это конфиденциальная информация. Так кто расследует это дело? Детектив? Я и так уже сказал больше, чем надо. Я понимаю. Ты мне не доверяешь, верно? Я не говорил такого, Нина. Но выглядит это именно так. Просто чтобы ты знал. Наверное, я просто расстроен тем, что Эрик обогнал меня на квалификации. Всем сливового сока угощаю. Я смял тебя с пути, как ураган, песчинку.
Нарываешься? Я вас оставлю, мальчики. Не оставляй меня с этим неудачником. Мистер Эрик Шульц. Марго, радость, а ты что здесь делаешь? Собиралась взять эксклюзивное интервью. Я эксклюзивно твой. Что тебе рассказать? Я тебя предупреждала, Эрик. Марго, постой. Погоди минутку, Марго. Я говорила тебе держаться подальше от этой блондинки. Сердце мое, но я ведь ничего такого не сделал. Правда? Да ты ее у всех на виду обнимал. Да ладно, у нее рубашка зацепилась мне за пуговицу на рукаве. Правдоподобно. Послушай, я не позволю такому, как ты, выставлять меня на посмешище. Умоляю, в моем сердце есть место только для тебя. Признаю, ты меня привлекаешь, но только внешне. Мой экстап показывает, что нужное место на берегу реки. Не могу поверить, черный призрак нас опережает. А ты чего ожидал? Что тебе экскор на блюдечке подадут? Ты жалкий клоун! Быстрее, приближаются другие команды! Дорогой Юн, добро пожаловать в тайное сердце центра Алхимик. Так вот, как вы облучаете экскор. Публика не должна знать об этом. Мы смогли вставить жучок в экстаб Дрейкерс, прежде чем помещать туда экскор. Подслушивающее устройство позволило нам следить за Ривейро, а потом и за Крисом Браво. К несчастью, результаты оказались недостаточно удовлетворительными. Закрытая зона. Вход только с допуском. Отлично. Это полноценное признание, и я все записал. Тебе конец, Гатан. Вы уверены, что это сотрет Клиффу память? Это пока очередная стадия испытаний. Точно мы сказать не можем, мистер Гатан. Длительный контакт может быть опасен. Господа, в данном случае риск оправдан. Мистер Гатан, у нас проблема. Какого рода, Курт? Датчик безопасности засек сигнал мини-микрофона. Я попался. Как это возможно? Не знаю, но у нас проблемы. Кто-то проник сюда и все записал. Так найдите его. Тот, кто это сделал, не должен покинуть лабораторию. Нужно действовать немедленно, не привлекая внимания. Починили сломанный лифт? Да, теперь он работает. Рад, что смог помочь. Счет отправьте куда обычно, ладно? Простите, вы мне не поможете. Конечно. В чем проблема? Боюсь, я заблудился. Взгляните на карту и скажите мне, где я. Конечно, сейчас покажу, где мы. Дайте взглянуть. Вы в закрытой зоне. Тогда я должен быть здесь, а вот вы нет. Почему сигнал привел нас сюда? Бессмыслица какая-то. Пульсация довольно сильная. Мы где-то рядом. Зачем прятать X-Core в ангаре? Что ж,
Хотя бы компания хорошая. Привет! Молодец, Зак. Ты нашел фрагмент. Как и мы. Прошу, Лали. С удовольствием, достопочтенный коллега. Тигры выиграли охоту на X-Cor. Лали и Кабир добавят эти карты к тем, которые они выиграли на прошлом этапе. Тигры свирепствуют. Больше X-карт, больше побед. На этот раз нас никто не остановит. Спасибо. Да. Так держать. Думаю, пора разыграть туза. То есть Ураган Турбо 2, да? Именно. Новый двигатель установлен, и его пора использовать. Наконец-то. Не забудьте, от неконтролируемой мощности мало толку. Идем, Зак. Покажем, на что способны. Кто же из водителей одержит победу? Гонщики нажимают на свои кстабы, и второй этап Суперкубка Северной Америки вот-вот начнется. Активация X-гонщик. Мы Дрейкерс. Контакт и зажигание. Привет, Крис. Привет, Фабри. Контакт установлен. Повеселимся сегодня. Что скажешь? Скажу, что я в этом деле спец. Два круга за машиной безопасности, и гонка начнется. Второй трек на этой коварной трассе включает участок с водой, так что нашим водителям придется принять необходимые контрмеры. Машина безопасности покидает трек. Старт! Второй этап Суперкубка Северной Америки! Важный день для Лали. Мы не на трибунах. Браво преследует Лали. Сегодняшние гонки будут непростыми. Ладно, Зак, пора атаковать. Зак в болиде Скорпион собирается обогнать Кабира Сури в Нитро. Морелли дышит им в спину. Тони Паркер не привык быть на последнем месте. Берегитесь, черный призрак будет сегодня опасен. Тони, режим натиска немедленно. Режим натиска! Выплеск жидкости! Тони Паркер только что использовал серьезную X-карту. Молодец, Тони, проучи их! Неплохо для любителя, но я поступил бы иначе. Сохраняй спокойствие, Зак, ты справишься. Зак с трудом справляется, а вот Кабир потерял управление. Нужно затормозить, затормозить. Похоже, Кабир Сури станет первым гонщиком, выбывшим с этой гонки. Нет, все шло так хорошо. Фатальное невезение, но Лали лидирует. Кабир выбыл из-за Тони Паркера. Этот парень всегда играет грязно. Ребята, будьте внимательны, не отвлекайтесь. Сбросьте скорость. Недостойные приемы у команды «Черный призрак». Тони Паркер играет наверняка. Ты одобряешь такое поведение? Что дальше? Травить соперников ядом? Прием, Майк. Это Гектор. Что происходит? Я никак не могу с тобой связаться. Перезвони, как только сможешь. Стоило тебе прочитать свой гороскоп на сегодня. Там было написано «Сиди дома». Ваши грубые методы не сработают. Твой план провалится, Гатан. Ты, должно быть, неисправимый оптимист. Ты не в том положении, чтобы что-то требовать. Извини, но я уже отослал записи. Поздно. Они все еще на их стабе. Для связи необходим пароль.
Какая жалость. Больше его тебе никогда не использовать. Чего ты хочешь? Отпусти! Твое проникновение сюда заставило меня изменить планы. Гонка продолжается! Зак, используй X-карту. Силовой режим «Ураган Турбо 2». Давай, Зак, обходи их, ты сможешь! Отлично, Зак, ты молодец! Благодаря атаке Зака команда «Ураган» вырывается вперед! А теперь вода заливает трек, вот препятствие, с которым гонщики еще не сталкивались! Зак лидирует, но это дается ему непросто! Давай, Фабри, давай. Я справлюсь. Не хочу выбыть на этом этапе. Браво сражается с Лали Сури. Держи, Зак. Амарелли и Зак идут бок о бок. Да! Ура! Вперед, Дрейкерс! Морелли и Зак жмут на газ. Только один из них пройдет на следующий этап. Крис Браво первым пересекает черту. За ним Лали Сури, Тони Паркер и Фабри Морелли. Зак финиширует пятым. Бонусное топливо и X-Core достается Дрейкерс. Радуйся, ведь ты станешь частью чего-то исключительного. Ты заплатишь за все, что сделал. Предупреждаю. Ready, sir? Готово, сэр. Что ж, приступаем. Освободите его. Поговорите с ним, сэр. С тобой все в порядке? Что случилось? Что случилось? Возможно, чудо, но зависит это от тебя. Как ты себя чувствуешь? А кто вы? Кто я, неважно. Вот кто ты. Я? А кто я? Есть повод для праздника, господа. Эксперимент прошел успешно.